Здравствуйте, Светлана, компания Maxi Markets TV. Разрешите задать вам несколько вопросов. Давно ли вы торгуете на рынке Форекс и какими впечатлениями можете поделиться? На рынке Форекс совсем, ну, только неделя. Впечатления, ну, не знаю, пока не знаю впечатления. Ну, конечно, впечатляют. Впечатляют, но так как я еще деньги не выводила, поэтому... Светлана, скажите, а у вас был опыт работы в другой компании? И если да, то в чем отличие компании Maxi Markets? Так, опыта не было. Поэтому сравнить я не могу. А как вам помогает в работе ваш личный менеджер? Ну, очень хорошо. Ну, наверное, и менеджер, ну, получается, что менеджер только работает, а я, ну, делаю, что она говорит, я делаю. На кнопочки какие нажать, что там купить, продать. А вам уже удалось что-то заработать на ее подсказках? Да, удалось. Расскажите, довольны ли вы пока своими вот самыми первыми результатами? Ну, конечно, довольна. Довольна, да. А какую цель вы перед собой поставили? Какую цель? Да. В работе на рынке Форекс. Такую цель, что, ну, что сделать основной доход, ну, вот рынок Форекс, чтобы был основным доходом. Ну, такая моя мечта. То есть вы считаете, что Форекс может стать основным доходом, основным средством заработка? И думаю, что да. А что бы вы посоветовали начинающим трейдерам? Попробовать. На что нужно обращать внимание, что важно в этом деле, как вам кажется? Ну, мне кажется, важен брокер, надежный, чтобы не обманул, не слил. На каких валютных парах вы обычно торгуете? На каких? Ну, вот как сегодня, то золото от USD. USD, это с японская иена, это с USD, это с евро USD, потом это USD, это GBP. Понятно. Светлана, спасибо вам большое за уделенное время. Компания Maxi Market желает вам успешной торговли. Спасибо. Спасибо.